Доброе утро, дорогие друзья! Я сегодня заглянул в холодильник с утра и увидел свои два помидорчика. Я понял так, что они потерпят еще дня два, и потом они завянут. И я недаром их покупал, они дорогие собаки, чтобы сфотографировать даже отдельно. И вот сейчас я надумал это сделать. Там у меня сзади висит на крючочке черненькая моя курточка, она такая велюровая, поэтому отражения не будет. Так, здесь я соединил два пенопласта, чтобы вытянуть сюда подальше. Поставил отражатель, положил нож, картошку сзади, чтобы развернуть. Светить я буду очень коротко. Вот сюда немножко и вот сюда подержу секунды-две. И все. Потом мы пойдем с вами в Photoshop и посмотрим, что мы там натворили. Хорошо? Ну, до Photoshop, короче. У нас сегодня утренняя разминка, поэтому коротко и ясно должно быть все. Ну, разминка так разминка. Берем то, что мы сейчас сняли. Вот этот помидор, вот этот помидор. Так. Да, вот так хорошо. Отлично. Так, этот посветлее. Но почему он сдвинулся, зараза какая? Не должен был сдвигаться. Ну, я могу туда поступить так, что я могу туда экспонеру брать. Вот так вот, вот так. Вот так экспонеру беру. Открою. Так, теперь еще раз номер у него. А, отмена. Так, 22-33 открыть. И 22-33, вот оно. Так, здесь мы возьмем вот этот. Можем так поработать, разницы в общем-то нет. Я вот смотрю, температура только изменилась. Немножко температуру по нулям сделаем. Вот так вот. Открыть изображение. Вот, видим, что тут все хорошо получилось, практически здесь ничего делать не надо, ребят. Дело в том, что иногда в RAW формат быстрее и лучше результат получается, чем где-либо еще. Так, и теперь мы захватываем тут часть того. Вот так вот. Идем сюда. Так, говорим, что у нас будет выделить область где-то 30 пиксель. Вот этот участок. Так, на всякий случай еще раз. Порядочек. Посмотрим сейчас. Отмена. Чего на пальце промахивается? Так. Коррекция. Тон вверх корректор. Хорошо. И... чуть-чуть поднять. В итоге быстренько
Аккуратно, по-быстренькому, как говорил один мой знакомый художник. Делай очередную дрянь. Все. Больше ничего не надо. Отправляем в галерею. А оттуда в Adobe Photostock. Пусть радуется. Что-то доел. Я вот еще думал, может быть, да нет, ничего не надо. Видите, как удачно все получилось. С полпиночка, да? Ну и все. Очень быстро получилось. Разминочка. Все, до следующего видео. Пока.